рюкзачков. Рюк родился на фабрике рюкзаков. Он проделал долгий путь, чтобы оказаться на Озоне. Заходи на Озон, ищи Рюка и его друзей и отправляйтесь вместе в рюкзачные приключения спина к спине. Вы еще долго будете искать этот насос? Если не найдем насос, останемся тут навсегда. Рюк, я не хочу тут жить вечно. Что ты, Ботя? Тут же так прикольно. А давайте найдем этот насос. Ой. Как мы его тут найдем? Доверься мне! Я чувствую, он где-то рядом! Нам сюда! А? Тут повсюду динозавры! Сейчас найдем насос и покатаемся на них! А? Вот же он! Нашли! Рюк, это не насос! Это домкрат! Ой, они так похожи! Ой! Ой! Мы останемся тут навсегда! Да расслабься уже! Тут же весело! Очень весело тут, Рюк! Не догнал! Надеюсь, мы теперь в безопасности. Кто вы? Я известный охотник. Точнее, фотоохотник. Себастьян. Я коллекционирую фото редких животных. Для полноты коллекции мне осталось найти и сфотографировать только ускользающий насос. Мы тоже ищем насос! Это же то, чего мне не хватало! Но мы потеряли его след. Я знаю, что делать! К сожалению, мне не хватило прибора, который увеличивает картинку. Подзорные трубы? О! Вижу! Так вот, где было логово насоса все это время! Я иду к тебе! Эй, подожди нас! Мы сейчас разорвемся! Кыш! Поднялись. Ой, а где же Себастьян? Может быть, уже на берегу? Поплыли скорей! Себастьян! Не отзывается. Пока, неудачники! И куда? А как же мы? Обманули дурачков, без насосных рюкзачков. А ну, быстро верни нам насос! Он нужен нам как воздух! Спасибо, что помогли мне найти его! Впереди водопад! Ты так и задумывал? Водопаду только рад! Что? Водопад? Нет, 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 нет! Ботя, Молли, придется помочь! Ой-ой, подойдите ближе! Все пропало. И все из-за кого? Не видать мне больше поездок на машине. Каких поездок? На какой машине? Никакой я не фотоохотник.
Я машинная сумка с инструментами. Чаще всего родители вашего человека брали меня в поездку только из-за насоса, который лежал во мне, потому что остальными инструментами не пользовались. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Предлагаю сделать насос самим. Это как? Мы сделаем его из подручных материалов. Единственное, нам бы работников побольше. Ну и посильнее. А он не такой страшный. Приступим к стройке! Правее, так левее, правее. Да! Ура! У нас есть насос! Спасибо вам! Надеюсь, ваши человеки не забудут вернуть мне насос. Настоящие друзья никогда не забывают друг о друге. О, как же я забыл! Насос может быть в сумке с папиными инструментами. Ура! Мы спасены от скуки! Я буду скучать по гаражным джунглям. Аккорд! Смотрите!